добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Полтавская Валентина, мастер спорта по легкой атлетике. Валентина, вы сегодня участвовали в забеге марафон? Полумарафон, да? Участвовала, бежала, да. Сколько вы бежали? По времени получилось слабовато, 1:20 с копейками. Но походу я травмировалась. Хотела выиграть, но не получилось. А километраж какой был? 21 километр, 96 метров. Точно, если. Как вы себя сейчас чувствуете? Сейчас отлично. Место какое взяли? Второе по абсолютке и по категориям выиграла. Это первый раз вашего участия, либо вы уже... Я во многих участвую в соревнованиях, международных, местных, в принципе, и выигрываю, и в призах, так что это не первый мой старт. В Европе тоже участвовали? В чемпионате Европы нет, но на международных соревнованиях, да, и в Европе, и за Европой. Я участвую в международных соревнованиях. Скажите, пожалуйста, какие призы сегодня, от каких спонсоров вы получили? Пока еще эйфория. Я тоже не смотрела, если честно, не знаю. Валентин, мы вас поздравляем, желаем вам скорейшего поправления, что вы спасибо, там подвернули надеюсь. Ногу. Это не первый раз, и... не привыкать. Спасибо. Да, до встречи на марафоне. Занимайтесь спортом, приходите, соревнуйтесь, бегайте для себя, бегайте для здоровья. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Представьтесь. Меня зовут Сергей, приехал в Одессу пробежать половинку, это первая половинка. Говорили, будет жарко, будет весело, так оно и было. Результат хорош, очень красивый город, приятные люди. Классный пробег, всем советую на следующий год. Сергей, сколько вы бежали? 21 километр, пару метров. Вы приехали победить, либо просто участвовать? Приехали отдохнуть, пробежать и покупаться. Спортом занимаетесь профессионально? Да, да. Каким? Нет, как профессионально, как и все любители, тренируемся, бегаем, получаем это удовольствие. За сколько времени вы пробежали? 1:42, по-моему. Что-нибудь хотите пожелать одесситам, Одессе? Не останавливаться, дальше делать город таким же красивым, таким же приятным. И проводить все больше и больше таких мероприятий, не только беговых, а и по плаванию, по велоспорту. Будет спорт, будет больше туристов в город приезжать. Будет весело провести здесь время. Спасибо. Господа, первое место. Результат 1:24:35. Представительница бегового клуба KM Running Club. Номер 117. Федорова Елена! Леночка поднимается на эту сцену, жмет руки своим беговым подружкам, взбирается на пьедестал и, конечно же, получает заслуженную награду и лавровый венок на голову. Вы так немного на Дюка похожи.